Друзья, всем привет, вы снова на моем канале. Сегодня у меня по плану будет грудь, руки, прокачаем с вами максимально трицепс, да, трехглавую мышцу, бицепс, двуглавую мышцу, ну и, конечно, нашу с вами грудь. Всем сухой мышечной массы. Давай, поехали. Спокойненько. Так, дорогие друзья, сделал я, значит, жим гантелей на скамье. Вес был приличный. Сейчас наглядно покажу. 40 килограмм. Поехали дальше. Друзья, вот в этом зале в данный момент отсутствует один тренажер наверх груди. Вот, обычно я привык на нем работать. Но сегодня я нахожусь в другом зале, поэтому я нашел альтернативу. Работа в кроссовере наверх груди. Вот. Сейчас я покажу, как она будет выполняться. Чуть-чуть выходим вперед. В коленках можно немножко подсогнуть. Либо полностью выпрямиться, тут уже индивидуально все. Я вот в основном так чуть подсаживаюсь на колени. И вот таким вот легким движением сокращаем мышцы груди. Конечно, мне не очень удобно, скажем так, работать с подковами этими большими, потому что вы посмотрите, насколько они большие, а ручка у меня маленькая. Но дело не в этом, дело в том, что она из-за того, что очень огромная, и здесь, видите, она прокручивается, да, как подшипник. И что получается? У вас кисть ходит туда-сюда. Я предпочитаю обычные вот похожие лямки, что-то типа такого. И пластмассовый стержень вот здесь. Вот. Вот с такими лямочками похожими. Здесь они, правда, отсутствуют. Я как-нибудь вам покажу обязательно. Вот. А так, в принципе, это альтернатива на грудь. Да, если тренажер отсутствует, я обычно, опять же, повторюсь, работаю в тренажере наверх груди. Вот. Сейчас я там работаю с гантельками, сейчас в кроссовере. После мы перейдем на брусья, поработаем на брусьях. Три подхода там на 10-12 повторений. Естественно, с дополнительным весом. Ну, сейчас вы все сами увидите. Да, ну так, на расслабоне чисто. А может еще добавить до пятерочки? Ладно, шучу. Вот такой вот у нас трансформер. Да, он сейчас в этих залах не закручивается. О, все. Это вам не фитнес-залы. Это мой родной зал, с которого я начинал. С 16 лет. Сейчас мне 22 года, кто не знает. Вот, так, вот такой вот у нас получился трансформер. Ой, да ну нафиг. Так, готовимся, подход. Сейчас будем жестко работать. Все, я думаю. Так, трансформер пока отдыхает, а я вам показываю, как делать не надо. Неважно, взялись вы узко, взялись вы широко. Вот так вот делать не надо. Опять же, что происходит? Дисбаланс, да, происходит. Суставы туда-сюда начинают ходить. Да, соответственно, что происходит? Раскачка вот эта опять. Это касается всех упражнений. Вот, поэтому взялись вам, как удобно, пошире, да. Опять же, если вы на трицепс будете работать, на грудь, здесь уже какая ваша будет задача, да, поставлена. Все от вас зависит.
взялись пошире, локти у вас не вот так вот уходят, да? Если вот так опуститесь, все, плечу хана. Грудь вперед, ровно. Вот как локти идут, анатомически, опять же повторяю, так они должны идти. Не надо их выкручивать в разные стороны. Вперед, назад. То есть не надо экспериментировать, изобретать велосипед. Вот у вас есть вот, такая, вот такое вот положение. Все. Грудь только вперед, да? И работаем. То есть наша задача избежать максимальных травм, да? Переломов в том числе. Опять же, я за здоровый образ жизни, натуральный тренинг. Вот сюда вот все смотрим. Вот, зум сделай сюда. Вот. Хотите такую баночку? Смотрите мои выпуски. Довольно-таки сложный был подход. Это был, то ли мне память не изменяет, третий подход. Я извиняюсь, что сейчас наушники, потому что без музыки почти никак. Так, ну с грудью мы закончили. Грудь мы хорошо проработали. Верх груди, среднюю часть хорошо поработали. Сейчас мы перейдем на руки. Начнем мы... Сегодня я начну, наверное, все-таки с трицепса и закончу бицепсом. На трицепс сделаю два упражнения, на бицепс тоже два, чтобы сильно как бы не утомлять мышцы. Потому что у нас все забрала грудь. Четыре упражнения было на грудь, напоминаю. А сейчас я буду прожиматься. Примерно 30 секунд так держу. Для чего? Для того, чтобы на соревнованиях выйти жестким, чтобы мышцы были жесткие. Ну, на соревнования, конечно, не буду выходить, это просто, когда я выходил на соревнования, я делал это упражнение. А так оно, в принципе, обычному атлету оно не нужно. Вот. Я чисто так для себя балуюсь. Можешь заканчивать, уже снимать. Ребят, все, тренировка подошла к концу, мне пора домой кушать. А вы пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, естественно, на канал. Ну и до новых встреч!